Всем привет! Со старинного города Углич. За моей спиной это храм Дмитрия на Крови. Вот. Также здесь имеется яхт-клубик, такой маленький. Там дальше шлюз углический. И практически рядом с шлюзом где-то вот находится Углическая ГЭС. Вон она, имеется Углическая ГЭС. Вот. Сегодня у нас последний город Углич. И завтра мы уже в 11 дня или в 11 утра прибываем в Москву. Вот так быстро и незаметно пролетел круиз. Может быть, какие-то вложики успела заснять. Вот, где-то, может быть, немножко молчала, так как немножко стеснялась говорить. Так что и завтра, кстати, отправляюсь вечером в Питер. Вот там, кстати, можно заметить памятник цесаревичу Дмитрию. Кстати, установлены не так давно. Вот этот памятник цесаревичу Дмитрию. Вот такая вот замечательная березовая аллея. Конечно, сократим, но ничего. Вот такая вот замечательная колокольня в городе Углич. Вот, кстати, платный. По-моему, 50 рублей стоит. Не помню. И вот такая вот замечательная кисюня. Вот таком кисью не гнездышки. Кися! Кися! Кисюня! Кисюня! Кисюнечка! 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 Такая мурочка! Кисюнечка! Вот, наверное, на такой приятной ноте я, наверное, буду заканчивать свой вложик. Ну и всем счастливо, всем пока.